Гречневое молоко – интересный и необычный напиток, по мнению некоторых, способен быть альтернативой обычному молоку животных, находка для вегетарианцев и людей, у которых непереносимость лактозы. Гречневое молоко – необычный, но достаточно вкусный напиток, и не обязательно быть веганцем, чтобы его попробовать. Говорят, что более похожим на молоко животных будет напиток из зеленой, необжаренной, гречки. Сегодня я расскажу, как приготовить такой напиток у себя дома. Сам по себе он получается достаточно нейтральным, поэтому ваниль, корица и кардамон придадут яркость вкусу. Чтобы подсластить молоко, вместо сиропа можно использовать обычный сахар. Из такого молока можно делать различные коктейли, добавлять его в выпечку или просто выпить стакан молока с булочкой. Наслаждайтесь! В конце видео мы расскажем, какие продукты потребуются. В стерилизованную емкость всыпьте гречневую крупу и добавьте яблочный уксус, герметично закройте и поставьте в теплое место на 8 часов. Достаньте гречку из банки, тщательно ее промойте под холодной водой, всыпьте в блендер, залейте водой и взбивайте в течение 5-6 минут. Перелейте полученную жидкость в отдельную посуду и процедите ее через марлю. Затем снова влейте молоко в чашу блендера, добавьте остальные ингредиенты и взбивайте 2-3 минуты, молоко готово. Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. Вот что нам понадобится. Гречка сырая, 1 стакан, нежаренная. Яблочный уксус, 1 столовая ложка. Вода, 3 стакана. Сироп, 2 столовые ложки, сахарный или кленовый. Экстракт ванили, 1 чайная ложка. Кардамон молотый, 1/4 чайных ложки. Корица, 1/4 чайных ложки. Соль, 1 щепотка. Количество порций, 2-4. Не пропустите самое вкусное, подпишитесь, выразите свое мнение в комментариях. Удачного дня!